Книга «Открытым оком», том 30, вопрос 4055. Тема «Спорт». Почему вы против большого спорта? У человека может талант, и он был на этом поприще, и он бы на этом поприще прославился. На Олимпийские игры специально брали священника и иконы, чтобы одержать победу. Разве нам победы не нужны в спорте? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Я не против упражнений, но чтобы не тратить много времени на это. А большой спорт – это страшные перегрузки. Там все показное, а на деле этот человек нигде не нужен. Спортсмены очень ленивые на работу. Это же настоящие трудни. Им хорошо платят, а они ничего не производят. И, как правило, им и читать некогда. Они мыслят узко и шаблонно. Алтайский спорт, газета 1 ноября 2008 год, страница 3. Трагедия. Черный день российского хоккея. Кавычки открываются. В это трудно поверить, но нет больше самого талантливого алтайского хоккеиста Алексея Черепанова, лучшего нападающего молодежной сборной России. А начался день 13 октября для Черепанова замечательно. Слишком много было положительных и отрицательных эмоций для Алексея в один день. За 3 минуты до конца основного времени матча он потерял сознание прямо на скамейке запасных «Авангарда». У него сердце остановилось. Сжалось, а это очень тяжелый случай. Жертва российской безалаберности и халатности. Недуг этот возникает у спортсменов на фоне нагрузок. При сильном переутомлении появляется жуткая ишемия. Сердце не справляется с работой по прокачке крови. Сердечно-сосудистая недостаточность. При любом ударе, падении на лед может остановиться сердце, и его потом очень трудно запустить. У спортсмена идет утолщение сердечной мышцы. Виноваты не физические нагрузки, а запредельные моральные. Если уже все в жизни повидавшие, закаленные матерые болельщики говорят, что на матче родной команды сейчас нельзя ходить без валидола или в трезвом виде, то через что каждый раз проходят непосредственные участники этих событий? В спорте есть один непременный закон. Если ты хочешь взобраться на вершину, быть лучше всех, то должен ежедневно и беспрерывно работать даже не на пределе собственного организма, а за его пределами. Когда болит и ноет все, когда уже не слушаются ни руки, ни ноги, ни голова, когда каждый день ты делаешь больше, чем вчера, и иного пути к медалям и рекордам не существует. Голы давались кровью и потом. А ведь сколько еще матчей предстояло, его ждали в Нью-Йорке. Но судьба распорядилась по-другому. Похоронили там, где хоронят выдающихся людей. Кавычки закрыты. Далее Игнатий Тихонович говорит, то, что церковные артисты в рясах колобродят с кадилом, желая победы, это не помогло. Язычники оказались более сильными. Премудрость Соломона, 2 глава, 11 стих. Сила наша да будет законом правды, ибо бессилие оказывается бесполезным. Книга Экклесиаст, 12.1. И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить. Нет мне удовольствия в них. 2 Маковейская 4.14. Так что священники перестали быть ревностными к служению жертвеннику, и, презирая храм и не родя о жертвах, спешили принимать участие в противных закону играх палестры по призыву бросаемого диска. Кольнуло сердце. Это же сигнал о перегрузке главного мотора.
Там футболист излишне мяч пинал, здесь хоккеист носился с шайбой скоро. Сигнал тревожный болью отзовется, и надобно учесть, себя укоротить. Без нас беснуются пусть на трибунах гости, в груди горит, гортань давно хрипит. Охолонись, здесь гордость не поможет, ресурс во всем Создатель заложил. Эритроциты напрягают вожжи, не рвись из нервов и ослабших жил. На запредельном семафорит сноп, кровавой пеленой в зрачках ослепших. Простите, на запредельном семафорит стоп, кровавой пеленой в зрачках ослепших. От темени безмозглого до искривленных стоп, раскрученный, вертлявый, вьется пешкой. Трибуны одуревшие, распяленные рты, глотают алкоголь, табак вдыхают. Их и милиция едва сумеет укротить. Орет плебейство и отродье хамье. Конечно, платят много за игру, за каждый гол ты обыграть стремился, но вот споткнулся, не закончил круг, на запасной скамейке сердце надломилось. И сколько же подобных мотыльков еще сгорит на стадионе шумном, внезапно все земное стало далеко, об этом умерший не чаял и не думал. Душа бессмертная на смертном пятачке забыла, для чего ей срок отпущен. Ты голый с голом, это всем учесть. Воистине, тому бы не родиться лучше. Бог Иегова, сущий врач-зиждитель, до одного удара сердце отсчитал. Кто глух к Писанию, легко споткнется в гибель, осмеяна навек житейская мечта. 7 января 2008 года Игнатий Лапкин. 7 ноября 2008 года Игнатий Лапкин.